В Приморье умер амурский тигр, которого нашли раненым в лесу в начале февраля. У хищника было много травм, сильные ушибы позвоночника и внутренних органов. Почти не двигались задние лапы. Предположительно, он пострадал во время охоты на кабана. За его жизнь боролись несколько недель. Российским ветеринарам помогали специалисты из Европы. Тигра поместили в теплый вольер, провели обследование и даже сделали томографию. Несмотря на лечение, состояние хищника ухудшалось с каждым днем. Амурский тигр занесен в Красную книгу. В России в дикой природе обитает лишь около 450 этих редких животных.